Привет, дорогие друзья! И сегодня у нас вновь интересная личность. Человек, добившийся небывалой популярности, не пользуясь ни рекламой, ни интернетом. Кислый Джей, привет! Кислый Джей. Кислый Джей. Кислый Джей, это я. Я Кислый Джей. Да-да-да. Добро пожаловать в нашу реальность. Ты очень известен, как ты сам утверждаешь. Сколько людей было на твоем последнем концерте? 4, 5, 6. Видимо, концерт был действительно последним. Хорошо, давай немножко углубимся в твою личность. 9. Я слышал, что ты не любишь носить известные бренды, презираешь известную. Ты носишь Nike. Джей. Давай все-таки продолжим интервью. Ты пришел ведь к нам не просто так, а с новым треком. Он не новый. Не новый. Ну, ретро всегда в тренде. У этого не нового трека есть название? По одежке встречают. Провожают по уму. Все мы учились понемногу. Чему-нибудь и как-нибудь. Премьера, дорогие друзья. Кислый Джей с треком «По одежке встречают». Не трогай меня. Чё, куда? Одежки встречаешь, а провожаешь по уму, значит в гости к тебе я не приду. По одежке встречаешь, а провожаешь по уму, значит в гости к тебе я не приду. Ну, не приду.